Новое видео выходит каждый день в 20:00. Твой аккаунт удаляется с Аризоны, твой айпишник навсегда сносится, с вами Марс Шаку... Подождите, не тот текст. Я бы хотел извиниться перед Яном и вернуть ему... Хотя, в смысле? Почему это я должен ему что-то возвращать? Ой-ой-ой, у меня аккаунт удалили. Скажи спасибо, что я к тебе домой не приехал и мать твою не выебал. Ты чё, сука, блять? Не, ну ты серьёзно или чё? А, ангел Кассада, да? Не знаю, фейк настоящий. Но я тебя сейчас забаню. Мне нравится банить таких вот хуесосов. Ой, бля, ангел Кассада, ну ты даёшь, конечно, блять, ангел Кассада. Ой, ну да, ну да. Да, блять, модераторы, забаньте, фаталить. Я? Да я счастливый человек. Я счастливый человек. У меня жена, дети, ипотека. Мне больше 20 лет, а я в сам погряю. Да я счастливый человек. За что? За что вот этот Брайан Фьюри вылится? Я-то думал, я по-старому наебывать всех буду. А тут такой. Да ты в саду, и чё? Ну чё, на миллиард вертов наебать уже нельзя? Да я ж на чуть-чуть отдал аренде. Брат, ты чё, блять? Ну я ж тебе дал челлендж, ты ж его не выпустил, ой, не сделал, а? Ну запиши историю вот эту, скажи, что все нормально. Да не отписывайтесь. Ну почему? Почему я-то, а? Я ж ничего не сделал, я счастливый человек. Я ж ничего... Ладно, ладно, Маршал, верну я тебе. Сколько тебе там? 500 тысяч вирт надо было, если ты аккаунт сам прокачаешь. Да, Лорензи, приезжай ко мне на день рождения, я тебе верну деньги. 17 рублей и 1 рубль. Ой, и 1 копейку. Ну почему? Вот почему все так жестоко-то? Всем пока. С вами был Марс Шакур.